к озеру вышел. Еще двух карапаток поднял далеко. Сейчас пойду в тот конец озера. Уток не видать. Не видать уток. В тот конец озера пойду. Там похаваю немножко. Обойду вокруг озера. Тут бор большой идет. Там вокруг озера обойду. Туда озеро-то не очень-то большое. Окунь. И крупный тут щука. Тоже крупных не было. Уток нету. В прошлом году тут утки были. Две штуки. Ну ладно. А с тех барков вышли. Там озеро. Сейчас болото перейдем. И в эти вот барки уйдем. В эти барки уйдем. И пойдем туда, вон все, по баркам. Туда. Ну, рябчик там. Куропатка вдоль болота. Лет 20 назад еще и глухарь встречался. Сейчас навряд ли. Болота все высохли. Все, сухо. Вообще сухо. Идешь по болоту, как черт знает почему. Все высохло. Да, раньше тут глухарь жил. Были выводки, были. Лес хороший. Собака где-то там шарится. Сейчас постоим, послушаем. Вот где тявкнет кого-нибудь. Так, дальше пойдем в барок. Собака ушла в барок. Вот еще кого поднимет. Постою, подожду. Так, кажется, собака косачей подлаяла. Косача лаят. Попробую с камерой подойти. Рискую вообще остаться без добычи. Да, косача. А это косача. Попробую с камерой подойти. Шумно. Я вижу.
Есть. Косатишка. Молодец. Молодец. Молодец, да. О! О! Косатишка ёбнула опять одного. С камерой подошел. Не знаю, на камере видно будет, нет? Ну вот. Нашли те барки, опять косачей тут. Нашли. Да. Хорошо. О, закончился третий день. Косача. Маракушу, куропатку стрелил, еще одну куропатку, ну и рябчика. Такой итог сегодняшнего дня. Неплохо. Ну вот, на этом первая серия кончается. Но, чего? Ждите вторую серию. Найда. И скончается. Пока.